Ну, в общем, вот такая каракатица получилась. Таковский движок с радиатором, с коробкой. Раздатка от 66-го. Ну, бензобак. Что-то похожее на панель. Дозатор рулевой. МТЗовский какой-то. Или от чего он? Так. Подача масла на НШ-32. Клапан потока Т-40-овский. Вот он, привод. Вот. Ну, в принципе, распределитель. Фильтр масляный, из водяного сделанный. Гидробак. Ну, навеска пока что не готова. Ну вот. Вот такая вот каракатица получилась, одним словом. Ну, аккумулятор под задницей. Вот. Ну вот рычаги. Передний привод подключить на раздатку управления, короче. Ну, тут вот шестерки, даже что-то работает. Даже, кажется, заводится. О, даже что-то показывает. О! Цилиндр рулевой. Ну, в общем, как-то так. Ягоная долговечность, во-первых. Ломаться нечего. Двигатель. Охуенно. Двигатель. Двигатель. Двигатель.